специальное предложение только сегодняшнего дня, идеально для обновления на нашей кухне. Посмотрите в ваши шкафчики, загляните вовнутрь, сколько там старой посуды, которые уже некуда складывать. Выбрасывайте все старое и выбирайте новый набор, который заменяет нам на кухне абсолютно все. От бренда «Жарко» под названием «Счастье». 7 предметов нам представит Олег Сотников, 26 лет стажа. Да, ты шеф-повар России. Да, практически так, гастрономический эксперт. Смотрите, целая комплектация. В чем отличается именно эта комплектация от всех других? Все сделано в едином стиле. Крышки идут в комплектации. Самое главное, у каждого предмета имеется съемная ручка. То есть, по сути, мы каждый предмет можем отправить в духовку. Это очень удобно. Смотрите, здесь в комплекте вы получаете даже полноценный казан, который также имеет съемные ручки. Удобно, потому что мы можем, предположим, что-то здесь потомить. Кстати, между прочим, мне нравится то, что казан можно, что такое, знаешь, запеканочку сделать здесь необычным. А теперь, Оля, у меня к тебе вопрос. Смотри, вот когда мы в обычной жизни обжариваем мясо, и нам надо запечь какую-нибудь сырную корочку, мы что делаем? Перекладываем в противень. Правильно. На сковороде нельзя ручка расплавиться. Совершенно верно. Смотрите, как удобно. Вы берете эту сковородку, которая идет в комплектации, и закладываете прямо в духовой шкаф. Кстати, компания «Жарко» очень доработала вот этот механизм. Полностью жаропрочный бакелит, который не ломается при падении, не обгорает. Доработанная пружина, которая будет служить более 21 тысячи циклов. Это очень большое преимущество. А теперь смотрите, друзья мои. Я хочу, чтобы вы взглянули вот на эту ситуацию. Знакомая, да, наверное, Ольга, тебе? Когда мы за... А здесь 7 предметов. Заталкиваем смотрите, туда, я даже не могу закрыть. То есть мне надо постоянно толкать. Это не очень удобно. Смотрите, весь комплект, который имеет съемные ручки, позволяет хранить здесь 35-40 сантиметров. Смотрите, вы берете, вот они все предметы, крышки, ручки положили вовнутрь, поставили, сэкономили пространство. Удобно? Удобно. Помните, я вам говорил, что каждый предмет вы ставите в духовой шкаф? Даже кастрюлю. Оль, представляешь, кастрюлю же не всегда можно поставить, правильно, в духовку. Да никогда, да, потому в кастрюле пожарить ничего нельзя. Ну, в кастрюле, как правило, бывают пластиковые ручки, либо она сделана из правильного металла. Смотрите, друзья мои, наша великолепная посуда имеет съемные ручки, значит, отправляете в духовку. Кстати, мне нравится то, что наша посуда имеет качественное антипригарное покрытие на основе природных элементов. Здесь у нас 5 слоев природного элемента, плюс дополнительная грунтовка, а значит, ничего здесь не сойдет, не испортится, и самое главное, жарить будете с минимальным количеством масла, при этом нагревается она также быстро, потому что сделана из чего? Из листового алюминия. Ой, какое сочное мясо. На 12 минут быстрее нагревается, чем чугун. Срочно нужно пробовать такое сочное мясо. Отрежь мне маленький хотя бы кусочек, чтобы я успел его проживать. Хотя мы сейчас с тобой проверим, как быстро я его буду проглатывать. Чем быстрее оно будет рассасываться в моем рту, тем лучше ты приготовил. Знаешь, когда мягкое мясо, оно тает во рту. Проверим? Слушайте, итак, внимание, сейчас отдаем это Ольге. И у нас, как всегда, знаете что? Тест-контроль от наших очаровательных ведущих. Ой, запах потрясающий, молодец. Вот я люблю, когда ты с томатами запекаешь. Никакого соуса не нужно. Прям само по себе мясо сочное, ароматное. Мякое. Вкуснота, да и только. Очень вкусно. Давай я за тебя поговорю. Слушай, проскочила быстро. А знаешь, я просто, знаете, так... Это тест такой, знаете, чем быстрее проскакивает, значит, чем мягче мясо, оно прям растаяло во рту. Здорово, мне нравится. Понравится и вам готовить в наборе от бренда «Жарко». Внимание на экран. В комплекте вы получаете огромный казан, в котором вы приготовите на огромную семью или большую компанию. Также плов здесь будет всегда удаваться и прилипать не будет, потому что каменное покрытие. Съемные ручки. Можно еще и дотомить немножко плов или другое блюдо в духовке. Кастрюля. Ну, где-то 2,5 литра в объеме. Диаметр 20 сантиметров. Тоже со съемными ручками. Обратите внимание, на кнопочках тоже с крышкой. Сковорода 20 сантиметров с крышкой, со съемной ручкой. И блины с сковорода. Скоро масленица, помните? Блины будем с вами подбрасывать высоко-высоко. Мастер-класс чуть позже будет для вас. Каменное покрытие, блины не прилипают. 4 цвета на выбор. Есть красный,
Очень страстный оттенок, брусника при заказе. Я сейчас смотрю на красный, и весна в душе. Сразу танцевать хочется. Слушайте, весной все будет по-другому. Жизнь только начинается, все улыбаемся. Еще есть серый цвет, есть зеленый цвет и фиолетовый. 7 предметов, делим стоимость на 7, получается менее 300 рублей за каждый предмет. Да. Успеете сделать свой выбор? Давайте сходим в магазин. Сколько стоит по отдельности каждый предмет? Слушай, ну вот если казан брать, почти 3000, но не факт, что будут съемные ручки. Кастрюля 1600, сковородка с крышкой, со стеклянной крышкой 1400. Ну слушай, мы будем переплачивать 1005, а да. У нас целый набор 7 предметов за 1999 Давайте рублей. Давайте сходим в Каменск-Уральский, где узнаем, производит эту великолепную посуду. Она производится под Екатеринбургом. Так создается спиральное дно. Так делается правильное антипригарное покрытие. Кстати, посуда полностью российского производства, значит, вы не переплачиваете. Но давайте, друзья мои, с вами приготовим что-нибудь во время прямого. Ну вот вчера я, например, готовила вот мясо, но не рыбу, мясо. Ты, ну, какая, ты ну... можешь себе позволить. Я вчера мясо готовила. Хорошо. И у меня так получилось, что я обратила опять внимание. Думаю, да что ж такое-то? На шоп-н-шоу с Сотниковым готовлю. Все четко прожаривается. Идеальная корочка со всех сторон. А как я думаю, на своей сковороде обязательно с одной стороны чуть пригорит, с другой вообще сыро. Итак, прежде всего здесь у нас качественное антипригарное покрытие на основе природных материалов. 5 слоев безопасного покрытия, которое не выделяет вредных примесей, таких как перхлорактан. Мне нравится то, что это покрытие идеально и прожаривает. Так. Смотрите, друзья мои, мне нравится 5 слоев. Что... 5 да, слоев. 5 слоев. Это очень большое преимущество. Mm-hmm. То есть не окрашивает, долго будет служить и готовить с минимальным количеством масла. Ага. Ну что ж, давайте посмотрим на рыбку. Смотрите. Идеальная корочка, видите? Со всех сторон. Буквально несколько секунд мы уже перевернули. И, кстати, она практически уже и готова. Посмотрите. Совершенно верно. Остается немножечко ее прожарить, и она будет готовиться. Кстати, сделана из листового алюминия. То есть, получается, мы готовим быстрее. Да? У нас ничего не пригорает, а да? Значит, мы не нервничаем. Помните, совершенно когда мы что-нибудь жарим на сковороде, когда мы что-то варим в кастрюле, помните, что происходит потом? Мы потом все это дело замачиваем, чтобы отмыть, потому что сразу все это не отстает. Друзья, вы сегодня приобретаете набор своей мечты. Миллионы наших телезрителей благодарны нам за этот набор. И, кстати, моя соседка тоже заказала для себя такой. Успеете вы обновить посуду к весне с минимальными затратами.